Всем привет, с вами Кириллов, вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня снова на проекте Мазин Хриплей. Сегодня у нас будет новое видео. Обязательно поставьте лайк и также можете подписаться на канал. Не забывайте вводить по промокод, вот пишите ММ, седьмой пункт промокод, указать друга ютубера и пишите промокод капсом Кирилл Гейм, за который вы получите 150 тысяч, поэтому вводите и получайте свои деньги. Сегодня, пацаны, будет, наверное, скорее всего, ламповая серия, либо не ламповая, не знаю, как она получится. Сегодня у нас будут будни дальнобойщика. И я вам покажу сегодня новый внешний вид моей фуры. Сейчас давайте сбегаем, я куплю ремки у себя в магазине, потому что на магнуме я вчера катался и надо починить целку. Сейчас целка где-то 91, поэтому сейчас бежим за ремками, покупаем ремки, чиним магнум и в принципе можно будет как бы ехать. Есть один человек, я не знаю кто это, он мне постоянно возит продукты. Вот, мне реально интересно, кто это просто. Если ты это смотришь, напиши, пожалуйста, в комментариях, кто ты просто. Вот реально, у меня стоит, получается, продукты по 36 рублей, и мне кто-то из подписчиков, скорее всего, я не думаю, что это какой-то левый человек, возит постоянно продукты, и, как по сути, он уходит в минус. И мне просто интересно, что это за человек, зачем он это делает. Так, надо еще похавать, чтобы у нас хп не уходило. Так, хот-доги, хот-доги. Ну и, в принципе, все, да, я думаю, да, можно как бы идти работать. Заебись, пацаны, отошел на пару минут, и я уже в дебаргане. Ладно, я знал то, что меня посадят, но не думал то, что так быстро вообще. И почему? Ладно, там, в принципе, ситуация двоякая. Кому интересно, можете зайти там на форуме посмотреть. Ну, в принципе, ну там 50 на 50, как бы, меня просто этот, спровоцировали. Короче, там видосик есть, там полная жалоба, можете посмотреть. И не нужно писать то, что я там ДМчик и так далее. Все, я обратно нахожусь у себя в гараже. Я хочу вам сказать кое-что важное. Это то, что у меня есть 11 миллионов. Я сейчас коплю деньги, чтобы отдать долг, который я брал еще очень давно. Я должен Ладу Реалу 20 миллионов. Я уже накопил 11 миллионов. Мне еще осталось, получается, заработать 9 миллионов и все. Я полностью отдам все долги и буду никому не должен. И у меня сейчас сим-карта другая, но я не знаю, пацаны. Мне ее дали на время подержать, поэтому не запоминайте ее, в принципе. Ну, хотя, как хотите, пока что у меня будет эта симка, потому что мне ее Матвей Вилла дал поддержать на время, потому что Матвей купил другую симку, 6 восьмерок, очень пиздатая у него сейчас симочка, но у меня сейчас симка, получается, 5 девяток, поэтому пока что можете звонить по этому номеру, когда я в игре. То есть, если что, я себе ее не покупал, как бы мне ее дали просто на время поддержать. Скорее всего, ее Матвей будет потом продавать, ну, либо я накоплю и выкуплю у него эту симку, но пока что она у меня. И теперь Магнум выглядит вот таким вот образом. Мне, честно, очень нравится. Как бы я привык то, что у меня был красный магнум, но теперь он будет вот такой вот, в принципе. И мне он как бы, ну, реально по кайфу выглядит. На этих дисках, в этом виниле он смотрится хорошо. Ну и номера как бы тоже нормально выделяются, поэтому вот как-то так. Все, пацаны, фура заправлена, подчинена, все, по красоте, надо ехать работать. Так, зелененький цвет, пролетаем просто, давай. Бля, ну магнум сейчас выглядит вообще пиздатый такой просто, красавчик такой прям. Пробег, кстати, 236 километров. Ой, 236 тысяч километров. Прикиньте, реально, пробег 236 километров. Да-да-да, Кирюха, давай, давай, попизди, да. 236 тысяч километров, пацаны, пробег. На данный момент рейсики не очень, я вам скажу, не очень рейсики. Потому что я привык в такое время рейсики возить по сотому скиллу. Поэтому нема тут рейсиков, которые я хотел. Поэтому поехали в поворот. Вот это у меня, да, акцент такой смешной просто. Я балдею, пацаны. Нема рейсиков, нема рейсиков. Ладно, поехали, пацаны. Сегодня настроение хорошее с утречка, да? С утречка, ебать, все хорошо начинается. Особенно с рейсиков, да? Поехали, поехали. Мама мия, пор фавор. Маргарита. Ладно, я не знаю, что я такое говорю, но ладно, поехали. Так, в порт, короче, едем. С нитросиком, все хорошо. Магнум, если что, у меня полностью почти ФТшный. Нету только стробоскопов. И развал и занижение, но на магнум развал и занижение нельзя поставить. Я бы поставил, честно. Ну, рейсики, пацаны, сегодня должны быть нормальные, я надеюсь. Вот, я в такое время обычно катаю, и реально рейсики нормальные. Кстати, вон Матвей себе дом ищет, видите, у него симочка какая блатная. 6 восьмерочек на минуточку, да? Знак бесконечности, ёбаный рот. Я бы хотел себе такую симку, но она стоит больше сотки. Ну, либо сотку, ладно. Ух ты, блядь, как я впиндурился. Вбандурился нормально тогда. Молодец я, конечно. Красавчик просто, в тотальчик, да, так? Прилетел просто. Да куда ты прицеп, алё? Заколебал, блин. Я сюда, он туда, я сюда, он туда. Ты что, дядя, попутал, на кого ты работаешь или что?
Давай, разворачиваемся. Разворачиваемся и подцепляемся. Алло. Ладно, чиниться я пока не буду, потому что машина едет, зачем чиниться? Логично, логично. Так, надо, чтобы были нормальные рейсики. Рейсики надо, чтобы были нормальные. Так, нитросик подрубаем. Включаем 10-ю передачу и поехали. В закат. Блин, честно, хотелось бы побольше, чтобы он ехал. Вот чувствуется, что он может больше. Реально, видите, даже если смотреть на спидометр, видите, он не полностью, он не до конца доходит. Вот, допустим, когда я там езжу на М4, ой, на М4, на М3, там, на других машинах, там спидометр полностью ложится. А на Магнуме, видите, спидометр не полностью ложится, потому что он может больше. У него просто стоит ограничитель скорости. Он реально может больше. Он может ехать 250, мне кажется, вообще спокойно, поэтому, видите, ограничитель все-таки у него есть. Реально, по красоте просто. Залетаем. Опа. Чик-чирик, ебать. Денежки пришли на карточку, ебать, приватбанка. Но пока что только 80-е есть рейсики, поэтому не очень интересно, потому что я вот, допустим, вчера катал, то я где-то больше часа катал по рейсы 100-го скилла и зарабатывал очень неплохие деньги. Поэтому сегодня как-то не очень хорошо. На Магнуме с третьим чипом катать рейсы вообще по кайфу. Еще Глебчик себе вчера приобрел Магнум с третьим чипом, и он туда поставил нитро еще и аудиосистему. То есть у него Магнум практически как у меня. Ему цена где-то, ну, 120 миллионов, да? И, короче, в нашей компании сейчас у 5 человек, короче, получается, у всех Магнумы с третьим чипом и аудио. Это реально очень круто, то что в нашей компании просто самые заряженные Магнумы. Да, конечно, не у всех есть гидравлика, как, например, у меня, но в целом то, что у всех есть нитро, аудио, третий чип, это очень круто просто, реально. 5 Магнумов просто фуловые. Это реально очень круто. Так, 92-й скилл мы взяли рейсик вот Карина. Конечно, не особо люблю ездить Латкарина, но это лучше, чем Бусаева, поэтому, в принципе, нормально. Ну, пробег, конечно, быстро здесь, да, набирается на Магнуме. Я думаю, до лета 250 тысяч пробег точно будет, скорее всего. Но я думал, то, что я 250 тысяч накатаю и все, это максимум мой будет. Но я думаю, до лета, может быть, даже 300 тысяч пробег будет, пацаны. Но у меня сейчас на данный момент, наверное, самый Магнум с самым большим пробегом. Именно на первом серваке. Кто знает, у кого больше, напишите, пожалуйста, в комментариях. Вот, именно на личном, пацаны, на личном Магнуме. Не на Магнуме ТК, а именно на личном Магнуме. У кого самый большой пробег, как вы думаете? Возможно, у вас есть на там втором, на третьем серваке люди, у которых пробег больше на личном Магнуме, то напишите об этом в комментариях. Опа, 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 па. Так, сейчас рейсик по-любому какой-то пиздатый заберет. Ах ты, мыша полевая, блин. Взял мой рейс, забрал, блин. Ну, как мой. Самый хороший рейс он забрал. Блин, самый пиздатый рейс просто. Видели, забрал с подноса прям так. Подносика просто забрал. Там, блин, секунды не хватило просто, чтобы я забрал. Ля ты крыса, а? Кирюха на тусу залетел, захотел красивых тел. Взял он рейсик 98 и полетел рубить бабло. Да, рэпчик, конечно, с меня такой себе. Рэпчик. Рэпер, блять, рэпчик. Кстати, можно пойти на ВЧ, чтобы было какое-то разнообразие, а? Постоянно, типа, дальнобойщики. А здесь хуяк и еще ВЧ, да? В конце ролика. Как вам такая ситуация? Так, все, пацаны, рейсик мы, короче, сдали. Там уже нас заждались. Или заждались. Хрен его знает, как правильно. Полетели к ЧМ. Еще я состою в ЧМ. У меня 5-й ранг, кстати, да. Я сам качался по, получается, этой херне. Таблица типа повышения, там туда-сюда, там, блядь, две РПшки сделать, там, патроны закинуть. Ну, короче, вы знаете, я думаю, эту тему. Давайте сейчас патрончика возьмем, чтобы оружие сделать. Все-таки с пустыми руками идти, ты что, дядя, ты что? Не-не-не, так не работает. Так, 400 патронов, на-на. Так, взять материалы, на-на. И наркотики еще надо, на-на, так, метамфетамин, так, хопа, сорокеточку взяли, все, красиво, все нормально. Надо еще погреться, потому что сейчас замерзну нахуй. Все, побежали, сейчас на ВЧ с пацанами полетим, правда, нас вообще очень мало. Да ты что, у нас тут своя вообще обстановочка, я мать, туда-сюда, так, влево-право, такой, тик-чирик-чирик-чирик-чик-чик. И танцуешь такой, тик-чирик-чирик, ебать, и все нахуй, все в шапе нахуй. Так, туда-сюда такой, тара-та-тара-та. Так, полетели, пацаны, в ЧЕ просто. Все, ебать, до свидания, нахуй. Ого, блядь, нихуя даже не запрыгнул. Ладно, ладно, побежим с другой стороны. С нами девушка еще, нихуа-хуа, на минуточку. Я еще микрофон забыл включить. Там такие словечки стрелял просто, и микрофон забыл включить. Ебать, я баклажан просто, блядь. Просто баклажан, блядь. Забыл микро включить. Как можно быть таким дебилом просто? Вот как, блядь? Можно быть только Кириллом, блядь, который забыл микрофон включить. Я там такие словечки стрелял, ты шо? Опа, чай, ебать. Так,
Дядя, ты шо, ложись, ебать, поспи, нахуй. Куда ты, блядь, за дерево прячешься, ты? На, нахуй. Ля ты крыса, сука, черножопая, блядь. Лежать, нахуй. Ух ты, сука. Ну шо, пацаны, не получилось сэндвичей, получится на дальнобойщиках. Я вернулся обратно катать рейсики, поэтому все чики-пуки. Бля, ну конечно, сэндвичей я обосрался конкретно, блин. Просто видели, я ему дал 4 тычки, по-моему. Ну 3 точно дал, реально. Там еще Мия Харрисон стреляла. И он, сука, не сдох, блядь, как? Просто как, блядь? Я ему тычку сначала одну дал, потом еще 2, по-моему, или 3 дал. У него там хп должно было оставаться вообще херня. Еще Мия по нему стреляла, как он не умер просто? Он еще ее убил. Я не знаю, сколько у него там хп было, блять, но что-то он реально какой-то, блять, непонятный ФСБшник, потому что живучий что-то он пиздец какой-то был, блять. Я еще зашел, короче, ну, как зашел, я еще попал в больку и там вылечился от психического там расстройства какого-то, блять, и потратил 10 тысяч просто. Зашел, называется, блять. Пацан говорит, пошли там кровь, да, туда-сюда. В итоге ты болеешь, типа, там, психическим заболеванием, и тебе надо его вылечить. Он мне кидает 5 раз по 40 тысяч, я такой, нихуахуа, блядь. По 40 тысяч просто, блядь. Бабосик куда-то, ту, ебать, улетели, нахуй, нема просто. 200 тысяч такие, пока просто, ебать. До свидания. Да ты шо, я бабосики свои отбил, пацаны. 200 тысяч на базу, просто, дядя. Да я, ах ты, крыса, блядь. Обратно с подноса, сука. Забрали рейс, вы видели, блядь? Это нормально вообще? Законно, блядь? Я бы за это, блядь, вообще дяг давал бы, за вот это, блядь. Подъехал такой чисто, чик-чирик, ебать. Рейсик у меня, чик-чирик, и все, ебать, уехал. Ладно, дядя, ладно, поехали на лесорубы. Ага, пока я думал, тут уже рейсик взяли, понимаете, ну. Надо думать резче. Блин, просто в юшку ближе ехать. А в юшке какие рейсы, давайте посмотрим. О, сатенчик есть в юшке. Та ты что, едем в юшку, значит, все решено. Все, доезжаем вообще спокойно, пацаны, заезжаем, доезжаем, давай, давай. Не тросик подрубил, бачком такой чака, опа, залетел, залетел просто, так. Все, в Литкарино сейчас поедем. Ох ты, как ругаля дал, ё-моё. Ля, какие бублики умею крутить, мама ты смотри просто. Вот так вот, пацаны, ну бывает в жизни, блядь. Лутаемся, пацаны, лутаемся. Вот оно, блядь. Золото нахуй сейчас. Блядь, лишь бы никто не прилетел, сука. Лишь бы никто не прилетел, пацаны. Сейчас реально жестко. Я, блин, не снимал, как я сюда прилетел. Я забыл запись включить. Но, ну, типа, я тут толком не помогал, конечно. Я под конец уже прилетел. Давайте быстрее, блин. Надо получить награду. Там награда, короче, 1 миллион. Потом 5 тысяч патронов. Или 5 тысяч материалов. Короче, там пиздец.